Неблагозвучное слово «ожирение» – это настоящая эпидемия 21 века. Избыточный вес входит в группу так называемых болезней цивилизации наряду со злокачественными опухолями и не менее опасен. Ожирение приводит к росту сердечно-сосудистых заболеваний, гормональным нарушениям и сахарному диабету. Полный человек словно вынужден таскать с собой тяжелую гирь. Узнаем у специалиста бариатрической хирургии SM-клиника, какие причины приводят к набору веса, можно ли его сбросить с помощью диеты здорового образа жизни и какие еще есть способы похудеть. Конечно, в основном причина – это несоответствие поступления пищи и энергии с ее расходом, когда происходит накопление излишков в организме. Причины могут быть разные, то есть это может быть связано просто с излишним потреблением и мало движения у человека, а может быть связано с какими-то генетическими факторами, которые предрасполагают к этому. Конечно, есть и заболевания, в том числе эндокринные, которые это могут способствовать, да? Такие как патология щитовидной железы, патология надпочечников или гипофиза, когда есть гормональные какие-то нарушения. Скорость обмена часто становится менее эффективной. И получается, из-за изменения качества обмена часто идет набор веса. Расчетный показатель, который сейчас используется для оценки наличия лишнего веса, показывает соотношение массы к росту в квадрате. Нормальным индексом считается цифра от 18,5 до 25. Выше 25 уже считается излишним весом, выше 30 – это уже ожирение. Если уже появились гормональные нарушения, уже организм, обзовем это, заточен на накопление жировой массы и, допустим, потерю даже мышечной массы при этом. Очень часто по биоимпедансометрии мы видим как раз, что человек не просто имеет лишний вес, при этом он теряет еще и мышечную массу. И такой человек, просто пойдя в спортзал, начиная правильно питаться, скорее всего, даже самостоятельно не сможет этого достичь, потому что организм может опять же худеть больше за счет мышечной массы, а не жировой. По сути, само ожирение – это ведь не косметическая проблема, она именно проблема здоровья. Когда у нас начинаются как следствие нарушения там, холестерине, давление, инсулинорезистентность, апноэ и так далее. Чем больше уже возникло проблем, тем сложнее бывает обычно самостоятельно похудеть. У меня есть люди, которых я веду и после бариатрии, и есть и без бариатрии. И такие есть успешные. На самом деле, большая часть успеха все равно – это взаимодействие с врачом, когда они приходят и когда пациент сам настроен. Потому что можно прийти и ждать, что врач даст волшебную таблетку, и делать больше ничего не нужно, и ты похудеешь. То есть все равно это труд. То есть человек должен работать над своим здоровьем и следить за ним, и за тем, что он ест, во сколько он ложится спать, какая у него активность, хотя бы минимальная. Перед назначением радикального лечения пациенты проходят расширенное обследование органов брюшной полости, почек, грудной клетки и сердечно-сосудистой системы. Максимально полную информацию о состоянии внутренних органов может дать компьютерная томография. Собственный вес – это то, что мы постоянно носим с собой. И тучные люди вынуждены поднимать 50, 100, 150 килограмм лишнего веса. Конечно, это негативно сказывается на опорно-двигательном аппарате и здоровье позвоночника. Да и в быту это очень сложная задача – подняться просто на один пролет лестницы. Это именно болезнь, это не особенность внешности. Когда индекс массы тела становится больше 35 или даже больше 40, достоверно увеличивается частота сердечно-сосудистых заболеваний, обменных нарушений, сахарного диабета второго типа в частности, увеличивается нагрузка на коленки, на позвоночник. 13 видов онкологических заболеваний достоверно связаны с избыточным весом, и это связано с тем, что жировая ткань перерабатывает гормоны и вырабатывает собственные факторы, которые влияют на формирование опухолей. Ожирение
затрагивает практически все органы системы, поэтому мы вовлекаем целую команду специалистов в диагностику и лечение пациентов с избыточным весом, начиная от диетолога, эндокринолога, психолога обязательно или психотерапевта в ряде случаев. Иногда требуется чем-то заменить вот эту вот неуправляемую тягу к еде и скорректировать именно психологический, психиатрический статус. Это и кардиологи обязательно, потому что сердечно-сосудистая система – это одна из первых мишеней, по которым бьет ожирение. Это гинекологи, андрологи, урологи, ну и хирурги. Хирурги как наиболее тяжелая артиллерия. Да, мы обеспечиваем наиболее эффективные способы снижения массы тела. Бариатрическая или, как сейчас все чаще называется, метаболическая хирургия – это те операции, которые позволяют изменить пищеварение наших пациентов и обеспечить меньшее потребление пищи, меньшее усвоение пищи и таким образом снижение массы тела. Мы с удовольствием рассматриваем те фотографии, которые присылают нам пациенты. Всегда поддерживаем связь. Ну, с одной стороны, мы всегда готовы отвечать на все вопросы наших пациентов, которые возникают в послеоперационном периоде. С другой стороны, конечно, подпитываемся вот этой обратной положительной связью, когда видим результаты своей работы. В большинстве случаев бариатрическая хирургия – это не эстетический, а жизненно необходимый метод снижения веса. Встретимся с врачом-хирургом, узнаем, какие виды операций бывают и возможны ли осложнения. Операции разделяют на три вида. Это операции рестриктивные, которые связаны с уменьшением объема желудка. К этим операциям относятся бандажирование желудка и продольная резекция желудка. К операции, когда из желудка формируется узкая трубка, рукав, и большая часть желудка удаляется. Человек съедает меньше пищи, а в удаляемой зоне вырабатывается гормон грелин, который участвует в формировании чувства голода. То есть человек не просто не может много съесть, но и не хочет, уменьшается желание переедать. Вторая группа операций – это мальабсорбтивные операции, когда выключается из пищеварения большой фрагмент кишечника, и пища, которую человек съел, не всасывается. Но свое применение эти операции нашли в комбинированных, когда сочетается и рестриктивный, и мальабсорбтивный эффект. То есть эффект и уменьшения объема съеденной пищи, и уменьшения всасывания того, что съели. Это различные виды шунтирования – желудочное шунтирование, ПАРУ, желудочное шунтирование с одним анастомозом или мини-шунтирование, билиопанкреатическое шунтирование. То есть и уменьшается желудок, человек съедает меньше пищи, и часть кишки выключается из пищеварения таким образом, что не вся пища, которую человек съел, всасывается. Мы находимся в Святая Святых. Любой хирургической клинике это операционная. И в этой операционной делаются операции бариатрическим пациентам. Пациентам с лишним весом. Операция выполняется лапароскопически через проколы. В этом преимущество современной хирургии. Малоинвазивное вмешательство позволяет пациентам более безопасно, безболезненно и с более быстрой реабилитацией провести хирургическое вмешательство. В зависимости от вида операции, где-то в среднем от часа до полутора и двух часов, все зависит от той операции, которая запланирована пациенту. Самое интересное, что пациенты боятся не операцию, а боятся наркоза. И то, и другое мало обосновано, потому что современные наркозные препараты, современная аппаратура, опыт наших анестезиологов позволяют минимизировать все риски, с которыми пациент может столкнуться в ходе проведения хирургического вмешательства. Не так давно ко мне пришла пациентка, которой около 3 лет назад я выполнил продольную резекцию желудка. Она была ростом где-то 160 с небольшим и весила 149 килограммов. На момент вот обращения, недавнего обращения ко мне, она весила 64 килограмма. То есть она потеряла 85 килограммов больше, чем весит сейчас сама. И я, естественно, задал этот вопрос ей. Вес не набирается повторно, зная, что у нее была продольная резекция желудка. Она говорит, я не хочу вернуться в свой прежний вес, и я делаю все для того, чтобы этот вес не набирался.
То есть нужно понимать, что опираться ответственность пациента за свое здоровье не снимает. И если человек нацелен на то, чтобы вес снизить, его сохранить, то операция в этом существенно поможет. Обычно пациенты находятся в стационаре после бариатрических операций в течение 2-3 дней. Потом мы выписываем пациентов, даем подробные рекомендации по питанию, по приему препаратов, как себя вести, как обрабатывать раны и в какие сроки необходимо являться на контрольный осмотр. После операции в течение первых недель уже виден результат. В первый месяц может снизиться вес на 10 кг, может быть даже и больше. Все зависит от начального веса. Чтобы вес не возвращался после бариатрической операции, необходимо выполнять все рекомендации лечащего врача, наблюдаться у эндокринолога и не употреблять запрещенные продукты. Буквально на днях написала пациентка, которую я оперировал. Вес у нее был порядка 200 кг. Она снизила вес за 5 недель на 35 кг. Очень довольна, счастлива. Ну, это загадка сфинкса, да? Загадка, которая терзает умы всех наших современников. Лучше найти себе другое какое-то хобби, которое даст такой же прилив энергии, как еда, но при этом не отложится на боках. Но это не ко мне, это к эндокринологу. На самом деле просто не вредная еда. Ни фастфуд, ни джанкфуд. Чтобы похудеть, нужно прийти в клинику и выполнить обследование. Нет. Порой для пациентов с избыточной массой тела бариатрическая хирургия – это единственный выход для того, чтобы снизить вес и улучшить здоровье. Но всех проблем бариатрическая хирургия не решает. Нет, конечно. Но без этой таблетки, не волшебной, в подавляющем большинстве случаев справиться с весом в настоящее время невозможно. Нет. Мы скорее возвращаем пациента в точку принятия решения. Мы позволяем сбросить вот те десятки, накопленные годами, десятки килограммов, вернуть пациента в практически здоровое состояние с новым маленьким желудком и предоставить ему выбор пойти тем же путем и растягивать этот желудок снова, прийти к тому же, вот, от чего он уходил, либо пересмотреть свое отношение к еде и начать новую, как бы, здоровую жизнь. Полными людьми не рождаются, ими становятся. И если эта особенность тела начала доставлять вам дискомфорт, то самое время обратить процесс набора веса вспять и снова обрести стройность и легкость. Берегите себя и будьте здоровы!